Готовясь и к этому докладу, вот, слушая предыдущий, я себя поймал на мысли, что, наверное, опухоль яичка – это такая насмешка над доказательной медициной в силу того, что встречаются они крайне редко. И те принципы, которыми мы на сегодняшний день так активно пропагандируем, здесь они во многих ситуациях просто не работают. Но при этом эти пациенты живут, лечатся и, в общем-то, даже достаточно часто эффективно лечатся. Ну и второй, у меня, конечно, поразил вопрос о непальпируемых образованиях, потому что я ни разу еще не слышал таких тем на конференции. Это, во-первых. А во-вторых, мы сами, на самом деле, обратили на эту патологию, может быть, год-полтора внимания, вот именно по поводу непальпируемых образований, которые, по сути, можно называть эндонталомами, и, в принципе, даже и в зарубежной литературе они, в общем-то, так и называются. Как можно определить это понятие? Это, во-первых, асимптоматические, непальпируемые образования, чаще всего гипоэхогенные структуры, размерами менее сантиметров, при нормальном уровне маркеров. И в своем большинстве это молодые мужчины с инфертильностью, потому что это та категория больных, та категория молодых людей, которые чаще всего все-таки обследуются, проходят ультразвуковые исследования, какие-то плановые, при как раз вот всей той ситуации, которая перечислена выше. Хотя это могут быть, конечно, мужчины с другой и патологией в органах мочонки, в том числе и гидроцели, ну и просто по поводу, например, хронической скоротальной боли пациенты, которые тоже должны обязательно подвергаться ультразвуковому обследованию. Но вот все-таки вот выделяют именно чаще всего с инфертильностью, и у них есть особенности, о которых тоже я скажу ниже. Какова частота выявления подобных изменений в яичке? Она, в общем-то, чрезвычайно низкая, и видно, что при относительно для этой ситуации больших количествах пациентов, конечно, там в пределах 5-6 тысяч больных, это, в общем-то, мало, наверное, для оценки этой патологии, всего это, в общем-то, не превышает 3%, не превышает 1% частота выявления подобных изменений. А вот у пациентов, которых обследовали непосредственно по поводу аспермии, азооспермии, причем не обтрационной азооспермии, то есть когда есть действительно первичные нарушения сперматогенеза непосредственно в яичке. Здесь ситуация была несколько другой, и частота вот таких подобных находок при ультразвуковом исследовании, она была значительно выше. Так, гипоэхогенные образования обнаружились у 14% из этой группы, гиперэхогенные у 7%, и гетероэхогенные, то есть очаги с сочетанием гипоэхогенных и гиперэхогенных проявлений встречались порядка 13% этих больных. Насколько эти изменения, эти находки связаны действительно с герминогенными опухолями или со злокачественными образованиями в яичке? В общем-то, тоже не так на самом деле часто. В частности, вот в этой серии было у 2 пациентов из 9 выявлена незрелая тератома и семенома. В другой серии из 14 пациентов, у которых были гипоэхогенные изменения, у 4, у 2 была выявлена семенома, у 2 лимфома. В другой серии из 4 у половины была выявлена семенома. В общем-то, где-то те же самые, то есть приблизительно одни и те же цифры. В общем-то, частота достаточно низкая даже среди тех, у кого эти изменения находятся. Вопросы пальпируемые и непальпируемые образования, то есть они могут быть действительно небольшого размера, но при этом они могут пальпироваться. И у тех, у кого образования пальпируются, у тех все-таки чаще встречаются недоброкачественные изменения, в частности, герминогенные. Вот из этих 17, 8 герминогенных было опухолей, 1 лимфома и 4 образования полового тяжа или гейсертоли. При том, что у 10 с непальпируемым образованием в этой серии ни одного подобного, то есть подобной опухоли не было. Это в основном были воспалительные изменения, которые описывались непосредственно под подобным образом. В группе с азооспермией, ту, которую подробно описывал, только у 1 пациента с гипоэхогенными образованиями из всех была выявлена семенома. У остальных никаких изменений злокачественных не было подтверждено. То есть у этой группы больных, в общем-то, при небольших размерах, а все эти образования в этой группе были менее 0,5 сантиметров, они были в абсолютном числе случаев доброкачественные. Таким образом, если все суммировать, то выявляются достаточно редко, если мы берем именно группы риска больных, то есть с нарушением фертильности, с
с каким-то гипогонадизмом, с неопущением яичка, действительно встречаются не чаще подобные изменения, чем 1-2% случаев среди обследований когорты больных. И при этом, если образование действительно небольших размеров, менее сантиметра, то частота доброкачественных изменений, она очень высокая, то есть и порядка 80%. То есть ожидать герминогенной опухоли яичка или какую-то другую, ну, лимфому, например, мы, в общем-то, с малой долей вероятности можем. Тем не менее, поведение в отношении этих изменений, оно достаточно агрессивное. Все-таки вот этот вот путь наблюдения и ультразвукового контроля, он в сегодняшний день рассматривается только у тех пациентов, у которых образование не превышает 0,5 сантиметра, оно не пальпируемое и соответствует всем тем критериям, которые мы обговорили. Да, у них можно на сегодня проводить ультразвуковой КОИ-контроль и в том числе проводить магнитно-резонансную томографию. При этом может быть, наверное, два сценария развития событий. Если образование, естественно, увеличивается в размерах, мы видим тенденцию к росту, то понятно, что должна выполняться немедленная операция, причем в этой ситуации она должна носить характер урофуникулэктомии, то есть радикального хирургического вмешательства. А если же мы видим стабильные размеры образования, нет никаких изменений, естественно, необходимо оценивать не только ультразвуковую, то есть УЗИ-картину или МРТ, но и маркеры, а также выполнять исследования грудной клетки, забрюшинных лимфоузлов. А если же никакой динамики нет, то дальше встает большой вопрос, а как долго этих пациентов наблюдать и с какой вообще частотой их обследовать. И, наверное, это делает этот путь, в общем-то, весьма таким сомнительным и сложным, потому что изменения действительно могут не наступать в течение длительного очень промежутка времени, а при этом, в общем-то, отпустить, наверное, пациента с такой более стопроцентной уверенностью тоже не можем. Поэтому на сегодня все-таки вот этот путь хирургического вмешательства и более агрессивной тактики, он большинством авторов и предлагается, и подтверждается. То есть в абсолютном большинстве цинотолом рекомендована немедленная операция. Она должна носить характер инцизионной биопсии с выполнением, конечно, экспресс-биопсии. И если при экспресс-биопсии по frozen section мы видим наличие либо герминогенной, либо какой-то другой злокачественной опухоли, то выполняется немедленная орфуникулэктомия. А если же по срочному гистологическому изменению наблюдений нет, то дальше мы дожидаемся уже окончательного ответа. И в зависимости от него, либо пациент остается с сохраненным яичком, либо мы, если получаем злокачественную картину, то необходимо выполнять уже отсроченную орфуникулэктомию. Ну и вот так картина наблюдения, когда, естественно, мы не имеем злокачественного подтверждения. Когда же, насколько же все-таки эффективно срочное гистологическое исследование? К сожалению, информативность его достаточно низкая, и ряд авторов говорят о самой органосохраняющей операции. Значит, она должна, во-первых, выполняться под общим обезболиванием, потому что только это позволяет действительно адекватно выполнить с теми требованиями операцию. Должна выполняться только из пахового доступа с выделением семенного канатика, с выводом яичка на, по сути, брюшную стенку и с выполнением резекции, возможно, даже с наложением сосудистого зажима на ножку. Обязательно должна быть интраоперационная ультразвуковая навигация, потому что визуализировать небольшой 0,5-сантиметровый очаг в толще паренхимы яичка при операции невозможно. Вот таким путем просто инцизии обязательно нужно при ультразвуковой навигации определиться, где она находится, и мало того, еще рекомендуют при помощи иглы фиксировать это образование путем пункции и по игле уже производить непосредственно биопсию, потому что, еще раз повторяю, найти его чрезвычайно трудно. Причем оно иногда не может и не носить характер непосредственно отчетливого образования, округлого какого-то с четкими контурами, и выделить его, ну, порой бывает чрезвычайно сложно. И на сегодняшний день, конечно, абсолютное большинство авторов говорят, что для этого должна использоваться микрохирургическая техника, использование операционного микроскопа,
что, естественно, сохраняет максимальный объем функционирующего паренхимы яичка, не давая, то есть снижая преоперационную травму. Ну, вот то, что, о чем я начал говорить, это обязательное срочное гистологическое исследование по замороженным образцам, но, к сожалению, эффективность этого исследования, она достаточно низкая, и если посмотреть на вот эти данные, то из четырех предварительных образований, вот в двух этих исследованиях, при срочном гистологическом исследовании не было выявлено герминогенной опухоли, тогда как при плановом гистологическом исследовании у половины пациентов была выявлена семенома. А пациентам выполнялась урфуникулоктомия, но при этом резидуальная опухоль в удаленном яичке не определялась ни у одного из этих пациентов. Ну, то же самое и в этой работе. Среди 11 пациентов только четверо имели герминогенную опухоль при срочном гистологическом исследовании, сразу выполнялась орфоуникулоктомия, но при плановом еще у четверых опять же выполнена герминогенная опухоль и потребовала дальнейшего оперативного вмешательства. При срочном гистологическом исследовании опять же очень высокие требования к морфологу. Во-первых, он должен это уметь, знать саму технику frozen section, и при этом он должен оценивать перво-наперво, конечно, доброкачественный и незнакачественный характер самого образования, наличие или отсутствие хирургического позитивного края и наличие тестикулярной протоковой неоплазии в паратестикулярных, то есть в тканях вокруг образования, извиняюсь. Конечно, даже получить адекватно, мы видели, доброкачественный и злокачественный характер чрезвычайно трудно, а оценить по замороженному материалу другие позиции, это еще сложнее. Поэтому, конечно, здесь должен быть очень профессиональный морфолог, который работает непосредственно с этой патологией и вообще с герминогенной опухолью, ну и тем более вот участвует регулярно в таких операциях, в таких ситуациях. При этом, если мы при плановом гистологическом заключении в этой ситуации выявляем герминогенную опухоль, то все-таки на сегодняшний день обязательно должна выполнена быть орфоуникулоктомия как радикальное вмешательство, так как не надо забывать, что даже при образованиях менее 2 см 72% может быть мультифокальный процесс в этом яичке, что требует, то, что и подтверждает необходимость такой тактики. Ну, вот наш небольшой опыт органосохраняющих вмешательств при небольших образованиях, когда действительно вот это срочное гистологическое исследование во всех случаях, к сожалению, ошибалось, и причем как в одну, так и в другую сторону, и тактика, в общем-то, после планового, она менялась и требовала проведения дальнейшего хирургического лечения. Ну и два клинических случая, которые у нас были вот за последнее время, в общем-то, которые, наверное, и подвигли нас и к этому докладу, и, в общем-то, к интересу к этой теме. Пациент 36 лет, у него двое детей. При ультразвуковом исследовании определялось вот такое образование в яичке, гипоэхогенной структуры размерами до полусантиметра, чуть больше полусантиметра. При этом при обследовании каких-то изменений в грудной и брюшной полости и в брюшном пространстве не выявлено. Абсолютно нормальный уровень онкомаркеров. При магнитно-резонансной томографии убедительно нам не подтвердили наличие этого образования, хотя, ну, предполагать там и подозревать можно, но, к сожалению, темные очень снимки. Ну, вот здесь, например, хотя все-таки по уровню контрастирования нам специалисты МРТ-диагностики утверждали, что образования в яичке нет, и так заключение по этому поводу в пользу образования не дали. Мы пациенту выполнили резекцию яичка под операционным микроскопом с УЗИ-навигацией, с фиксацией, естественно, иглой. Чрезвычайно сложно, это было первое вмешательство, по сути, на самом деле, было всего три за этот промежуток времени. Мы, как я уже говорил, даже краев какой-то опухоли не видели, и вот только по ультразвуковой навигации вышли на эту зону, иссекли, по сути, даже, может быть, и неизмененный участок паренхима яичка, отправив его на плановое сразу исследование, потому что, в общем-то, мы понимали, что от frozen section мы, наверное, ничего пока не получим. При гистологическом заключении чистая семенома, по поводу чего пациенту выполнена в последующем орфоуникулоктомия, и также резидуальные опухоли в удаленном яичке не было выявлено. И второй пациент с похожей ситуацией, пациент 22 года, детей у него нет, и
также выявляется гипоихогенное, может быть, даже анехогенное образование в яичке. Оно убедительно визуализируется при магнитно-резонансной томографии, не контрастируется при этом. И мы долго обсуждали тактику ведения этого пациента, ну, учитывая, что детей у него нет, и его такой настрой на регулярное наблюдение, мы все-таки согласились с ним продолжать его наблюдать. Пока длительность наблюдения короткая, ситуация от апреля, то есть ее практически еще и нет. Ну, посмотрим, как эта ситуация будет разворачиваться в дальнейшем. Спасибо за внимание.